Здравствуйте! Сегодня мы будем изготавливать куколку из пряжи. У нас будет мальчик. Я взяла два цвета. Темный цвет и светло-розовый. Ну, ближе к оранжевому, наверное, не к розовому. Нужна нам будет книжка. От размера книжки зависит размер вашей куколки. Начинаем. Накручиваем на книжку нашу пряжу. Чем больше вы накрутите, тем упитаннее будет ваш мальчик. Поэтому все зависит от вас. Накручиваем. Еще мало, поэтому продолжаем. Что делаем дальше? Мы разрезаем с одной стороны. Вот что у нас получилось. Так, теперь делаем так. Нужно сложить пополам и завязать. Очень хорошо завязать. Так, что делаем дальше? Место узелка, видите, где оно? Отступаем немножечко и делаем еще один узелочек. Что должно у нас получиться, видите, немножко отступаем, нам нужно сделать такую шишечку. Вот. Завязываем, прячем наши ниточки вовнутрь. Теперь нужно вывернуть, так будет нам удобнее сформировать головку. Видите, какая красивая и ровная получается у нас голова. Выверну. Смотрите, расправляем все наши ниточки ровненько. Дальше берем дополнительную нить. Продолжаем. Отступаем. Столько, сколько хотим, чтобы у нас была наша голова. Вот смотрите, вот что у нас получилось. Видите, как красиво. Вот кругленькая головка. Дальше приступаем к изготовлению наших с вами ручек. Это немножко мы убираем в сторону. Так, смотрите, мы накручивали по длинной стороне, а ручки мы будем
накручивать по короткой стороне. Беру другой цвет, потому что, чтобы вы видели разницу, вы можете взять один и тот же цвет. Это как вы захотите. Поэтому вот так, накручиваю быстро, чтобы не терялось время в видео. Но сам смысл вы в любом случае понимаете. Также накручиваем. Чем больше пряжи, тем пышнее у нас будет с вами наши ручки. Так, что делаем дальше? Также разрезаем с одной стороны. Убираем книжку. Так, смотрите, что мы делаем. Складываем пополам. Отступаем немножко, и нужно здесь нам связать. Связываем. Также делаем несколько узелочков. Поэтому тут мы все разрезаем и формируем полупомпон, скажем так. Ну, краешки срезаем, чтобы они были ровненькие. Видите, у нас получается вот так. Дальше берем другую сторону. И делаем то же самое. Нам сделать нужно вот то же самое. Вставляем наши краешки. Срезаем ненужные ниточки, тогда у нас получается полупомпон. Так, это мы убираем, она пока нам не нужна, чтобы она не мешала. Вот видите, что у нас получилось дальше. Так, сейчас коричневую нить я подниму. Так, смотрите, нужно разделить пополам, вставить ручки, берем еще дополнительную нить. Формируем, завязываем уголок, формируем грудь. Дальше продолжаем. Теперь разделяем, разделили пополам. Дальше нам понадобится две ниточки, так как у нас правая нога и левая нога. Что делаем дальше? Дальше делаем вот так. Завязываем. Также узелочки. Вот узелочки. Завяжем три, чтобы было попрочнее. Срезаем ненужные ниточки. Примерно одинаковой длины. Вот такой мальчик у нас получился. Смотрите, какой хорошенький.
Можно использовать любую пряжу. Есть видео, где я делала девочек. Вот смотрите, парочка. Встретимся в следующем видео.